Всем привет, меня зовут Плей, и мы продолжаем Маскарад Иллюзий 2. Продолжим. Так, косвенная прямая. Да, косвенная прямая. Посмотрим, что здесь. В этом рисунке нас подготовили. Разберемся. Сложновато что-то в самом начале определить. Смотри, угадал. Да, получилось что-то. Что это какое-то? Тыква, что ли? В принципе, скоро узнаем. Этот пазл похож на такие непонятные сны, которые нам снятся. И мы их не можем понять.
что что-то такое. Смотри, подошло. Какая-то птичка. Больше, чем я думал. Ну как пошло, поехало.
сюда. Прямо просто вот сюда вот. Этот крючок. Лапы какие-то, лапы, загребущие. Сверху почти собрано. Тут куда это? Попробуем здесь пошариться. Зубы. Типа вторая лапа. Thank you.
зеленый фраг, повелитель тыкв. Тому, кто взялся выдумать сказку, придется рассказать и про злодея тоже, ведь если герой не победит врага, это будет совсем другая история. Все верно. Упражнение в отрицании. Шесть деталей, не так уж и много. Чем больше, по идее, чем меньше и большая детали, тем лучше. Взять и понять, о чем суть картинки, а там уже разбираешься на раз-два. Угу. Здесь какой-то тигр. Роза.
Чем не... А, нет, не подходит. Просто не подходит. Ну, глазюк-то вы уже видели. Что, у тебя там несколько глазюков? Как понимаю. Видимо, да. Лампы как-то распространены. Эта палка просто мешает, и она вообще, как бы сказать, несерьезная. Куда ее? Здесь должен быть ублюдок. Здоровый, большой кошара. А он как-то охраняет ее, эту розочку. Что это за кусок красного с фиолетовым? Ну, наверное, потом это соберем. Откуда такой бандур? Вот сюда.
Смотри, что делает, а? Как подкрепляется. Здесь две кошки. Не одна даже. Один обманывает себя, другой прочих, и каждый рад убежать, хоть мало кто желает потеряться. Трико. Типа какая-то магическая кошка. Одна с тремя головами. Комбинаторика сложения. Смотрим. Сорок пять. А тут у нас что? Смотри, подвезло.
что-то не прет. Ой, да здесь личинка какая-то. Жучара. Танвори, дай пищи, пищи, да. Это не так уж легко. У него еще и сверху какой-то смотрит или что? А, или пожирает эту гусеничку кто-то. Ну вот она вилка. Непонятно, 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 ничего мне не понятно. Вот это стол. Thank you.
тем. Яйца вон. Разбитые. Вот эти зеленые, они путают очень сильно. Когда он там всматривается, непонятно. Листья. Зелень или что это? И крапуз. Картинка воссоединяется. Прям тетелька в тетельку. Какая-то капуста жрет ложкой личинки. Даже если охотник и жертва поменяются местами, они по-прежнему будут жертвой и охотником. Помни об этом, когда захочешь вывернуть все наизнанку. Ну да, это капуста и эти гусенички, постоянно воюющие, что гусеницы пожирают капусту, а здесь капуста пожирает гусеничку. Так, ну мы закончили. Друзья, три интересных мгновения. Так, что здесь? Уже 24 собрано осколки из 88. Тот, кто смеется, знание многих. Тут вот закрытый еще, да? Но мы справимся. Так что на этом, друзья, большое спасибо, что были со мной. Оставайтесь на канале. Аригато. Всем пока-пока.